посылка с AliExpress. О, это то, что нужно было, но не совсем то. Чехольчик для Poco X3. Да, он как нужен. Матовый. Хороший, но скорее всего его придется продать. Из-за того, что вот эта вот история собирает очень много пыли. И камеру придется здесь чистить. Хотя, может быть, оставлю себе, не знаю еще. Осталось только примерить. У меня есть уже два стекла на замену, если вдруг это стекло начнет вылазить. Так, садится плотненько. Из-за стекла он вровень со стеклом получается. Да, все прорисовано. Но вот эта вот история будет собирать весь мусор. Здесь все совпадает. И стеклу, кстати, не мешает. Можно, в принципе, оставить и себе. Не продавать. В общем, посмотрим. На подходе еще чехлы. Можно будет что-то выбрать более-менее адекватное. Но вот этот один из лучших. У него нет вот этих торчащих лепестков. Всей этой истории, которая быстро надоедает, ломается в кармане и тому подобное. Но вот так вот выглядит модуль камеры. Правильно должен выглядеть, а не вот так вот. Кстати, это родной чехол, и он антибактериальный. Ссылки на этот чехол я оставлю в описании. В общем, как-то так.